Доброе утро продолжается. Мы с Машей пошли погулять по Угличу. А у Маши по Угличу уже есть знания. Да-да. Полученные вчера. Да, я на эту сторону тебя буду смотреть. Полученные вчера. А я вчера устала, пошла спать, поэтому мне сегодня Маша проведет индивидуальную экскурсию. Да, ну это же классно. Да. В общем, начнем с названия города Углич. Ну, есть три версии. Одна самая популярная и любимая в этом городе. От слова угол, потому что Волга и название речки другой, которую я, к сожалению, за ночь забыла, делает здесь угол. Все думают, что 90 градусов. Его видно? Вот, вот, вот он. А, вот угол, вот этот. Да. Это и есть сам угол-то. Ага. Но они измеряли сверху каким-то специальным прибором, и угол всего 42 градуса, ага. Но видимость как будто 90. Углометром таким. Да. Ну, потом от слова угли, потому что тут чего-то с углями делали. Ну, в общем, главное, про угол все знают, и хорошо. И достаточно этого знания, да? Дошли мы до храма. И внизу, видите, маленький зеленый колокол. Неприкосновенное место. Маша мне сейчас рассказала, что там убили Дмитрия. Восьмилетнего сына Ивана Грозного. Зарезали. Да. Ужаснейшим образом вообще. Ух, ну история. Почитайте. Август начинается, а листья уже желтеют. Уже внизу такие первые листики пошли. Красиво очень. Так, а мы идем. Тут ремонт. Ремонт идем. Идем в Кремль. Это Маша... У этого Кремля нет стен, потому что так велела Екатерина II. Это второй или единственный такой Кремль? Ну, я могу быть все-таки не точной, но вроде как единственный. Вроде как единственный, хорошо. 3 года спорили, нужен ли на этот памятник ножичек. Поэтому на 3 года позже поставили, чем надо. Потому что его зарезали, и поэтому, собственно, надо ли... Об этом хотя по документам, вспоминать. Ага. По документам. Комиссия приехала, когда сказали, что он якобы упал сам на ножичек. Пару раз горлом. Ну да, звучит. А, еще она такой факт рассказывала, что комиссия слишком быстро приехала за 5 дней. Хотя тогда, пока лошадь доедет до Москвы. Скажет сначала, да, а потом соберутся. Да, пока они там все соберутся, обратно доедут, должно было хотя бы 2 недели пройти. Они тут хоп, уже на 5-й день приехали. Ну, это все попахивает очень-очень сильно сговором. Ну, собственно, да. Очень сильно. Как красиво. Нашли мы памятник Дмитрию, которого убили 8 лет. Сейчас и ножичек посмотрим. 8 лет зарезать ребенка, а? Ну вот. Вот и ножичек тут и есть. И постамент в виде колокола, видишь, который... Да, про колокол-то. Когда его убили, увидел это звонарь и начал звонить в колокол. И потом, когда приехала комиссия, вот, Маша, расскажи, что они сделали? Ну, колокол стал звонить, сбежался весь народ. И, можно так сказать, людей, которые должны были охранять царевича, они просто убили, растерзали. Ну, их тоже за это наказала комиссия, потом сослали в ссылку, в том числе и колокол, который об этом возвестил. Ему отрезали язык колоколу, ухо и вперед в Сибирь. В Сибирь колокол. Представляете, сослали колокол в Сибирь. Это... Поливными израстами. Поливными, то есть с использованием... Травы. Получается, колокол казнили, сослали в Сибирь, вот эти увечья ему нанесли, и через сколько, через какое-то время, да? Да. Через какое-то время он был оттуда выкуплен, и крестным ходом сюда обратно его доставили. Сейчас пойдем мы с Машей купим билеты, и очень хочется увидеть этот казненный колокол. А, ну и казненный, ну да, раз отрезали, конечно, и ссыльный. Взяли билет. Не знаю, не я. Не заходим.
Преображенская колокольня. Посмотрите на кресте белое здание. Пономарь бросился на колокольню и успел запереть за собой ворота. Убийцы пытаются взломать ворота, но ему не удается. Пономарь начинает бить вот в этот набатный колокольник. Вот видели колокол, да? Ну, он уже выглядит обычно. У каждого экскурсовода своя тут версия. Мы зашли, тоже послушали. Там и по количеству людей, и по расправе с людьми у всех свои версии. Так что, не знаю, Википедию еще можно почитать. Углич радует добрым утром. Доброе утро. Итак, быстрый обзор завтрака. Чем нас тут на кинофестивале кормят? Сосиски макароны, плов, капуста, омлет пользуются большим спросом. Комары. Ох-ох-ох. Разные топпинги, каша рисовая, куриный бульон, к которому можно добавить курочку, зелень, сухари, яйца, творог, вот этот салат, в надежде, что вкусный тоже взяла, и для сэндвича что-то. Сладкий стол. Сладкий стол представлен печеньками, вафли, блины, вот я блины взяла, кекс, кофе, чай, наверное, у девушек можно взять. Так, что на завтрак взяла я? Я на завтрак взяла вот этот рис с грибами, салат, сосисочки, две штучки, ну, это получается одна целая, и блины, немного кофе. Приятного аппетита! Мы вернулись в Ярославль. Идем сейчас с экскурсией. Я бы даже сказала, конечно, бежим по территории Кремля. Знаете, экскурсия бежит, время мало, почему-то это все бегом, а я так не люблю это все бегом, то я пока отстала, просто отстала, потому что я хочу постоять, посмотреть, что-то снять на память. А как тут что-то снимешь на память, если ты бежишь, сломя голову? Я с блогершей. У нас, как вы видите, собственно, вечер. Можете мне помочь, пожалуйста? Мы пришли на колесо обозрения. Зеленый свет. Значит, можно. Благодарю. Итак, ожидаем. Все. Мы внутри. Будем сравнивать с Чебоксарами. А в Чебоксарах я никогда не каталась поздно вечером. Так, чтобы прям в темноте. Это работает? Что значит, в отпуске без детей. Да. Можно одну отпуск. Девочки. Раскачать ее. Девочки. Танцуем. А где мы? Мы уже спускаемся? Нет. Мы на самом верху. Только что его проехали. Мы на вершине. Уже? Мы на вершине, девочки. Представляете, я понять не могу. Я смотрю, там луна. Я смотрю, а ты сядь, там луна. Да, я тоже. Я такая, что за бред? Кто слушает? Пошли гулять по вечернему Ярославлю. Продолжается наша прогулка. И вот теперь вы видите... Знаете, что это такое? А, угадали? Нет, расскажу. Это изображено на 1000 рублей. А вы что все стоите? Вы что, на 1000-й купюре? А я даже скажу сейчас, что это. Это память благодарных потомков народному ополчению 1612 года. Спасибо большое. Вот это историческая гуглы, справка. Не какие-то гуглы твои. Конечно.
не так часто у меня есть возможность гулять по ночному городу, да где бы то ни было, потому что мы с детьми ложимся спать в 10 вечера. Поэтому я наслаждаюсь, конечно, этой прогулочкой. Смотрим все новое, интересное. Нас тут девчонок, не знаю, человек 8, наверное, пошли все гулять. Сейчас пойдем в сторону, где мы были днем. Какая красота! Вот он, центр Ярославля. Вечерняя красота. Красота. Начался наш банкет. Наш банкет начался с песнями. Было вручение дипломов. Я сняла маленький кусочек, как мы заняли второе место. Это Машина работа, Королевство потерянных языков. Мы очень рады вообще, очень здорово. Диплом за второе место получает фильм «Королевство потерянных языков» Мария Шопин. На студии детско-юношеского творчества Кучумова, Чебоксары, Россия. Безумно приятно стоять на этой сцене, но вот вы можете не верить, но для меня это было не главное. Главное было то, что я сюда приехала. Когда я получила письмо, что мы в финале, я знала, что я отложу все, все дела, но я здесь буду, потому что в 16 году я здесь была. Я знаю, что свет миру — это всегда душевно, это тепло и светло. Чепхи, как будет по-чувашски красота? Я в пост добавлю. Илен, ударение ставим на последний слог. Да, в моих словах практически везде ударение стремится к последнему слову. Он на открытом доступе, он на чувашском языке и сделан с большой любовью к родной культуре. Спасибо вам большое, я счастлива. Сейчас банкет. Маша, к сожалению, уехала, но, к счастью, это не просто так. Она поехала на следующий фестиваль, с фестиваля на фестиваль. А у нас вот отмечание, закрытие. Христос воскрес, Иисус польется, пасхальный день не для меня. Ну все, закончилось наше веселое приключение. Буду и влог, получается, заканчивать из двух частей. Все, кто посмотрел, всем, кто понравилось, большое спасибо. Подписывайтесь. Пока-пока.